мы зашли покушать. Вот такая вот эта местная, такая вот кафе выглядит. Как в виде корабля, тут что-то, палуба какая-то, да? Ну, а здесь вот у них столики. Здесь питаются местные, поэтому здесь недорого. Сейчас вам покажу ценник. Если сравнивать с шейками, то здесь в 2-3 раза дешевле. Вот мы заказали, вот, в общем, 120 рублей. Что это, Сереж? Сейчас переведем. Вот все блюда, сейчас переведем, покажем вам. Я знаю, что это чикен с рисом 110. Вот сейчас два перейдет. Вот. Чикен с рисом, курица с рисом 110. Сейчас вот так покажу. Не хочет. Ну давай вот переведем сами. Чикен, курица с рисом 110. Дальше это у нас идет 140 с креветками рис. Дальше рис с чем-то еще 100, это, наверное, с овощами, нет, 120 с овощами, и что-то еще 140. Вот эти все блюда. Здесь все то же самое, только с макарошками. Просто курица с чем-то 110. Ну, в общем, здесь недорого. Так, а тут что? Наведите на текст. Наведите на текст. Вот получилось томатный суп сладкий. Так, давай сам вверх, чтобы еще цена была видна, Сереж, приподними чуть-чуть. Вправо, вот. Так, значит, горячий кислый суп стоит 50, манчес 50, что-то там сладкая кукуруза 50, томатный суп тоже 50. Далее, куриный сладкий кукурузный суп 50. Куриный суп, лапша 50, танго суп 50. В общем, все супы 50 ниже. Это вот такой у нас, да, переводчик есть. Наводишь и переводится. Так, чипсы 100 рублей. Хрустящие чипсы 120. Гоби манцурский 100. Какой-то век чего-то 100. Грибной холодный сухой 120. И планеристый. Холодный 120. Вот давай покажем, что мы заказали. Мы заказали вот. Вот это вот. Это мы заказали Джера рис. Нет. Шевальская лапша. Да, шевальская какая-то лапша. А вот чикен. Вот пальчик. Вау. С ценами показывай. Пальц моим не видно, значит, цену не показал. Значит, сейчас подождите. Куриный жареный, курица жареная с рисом 110, креветки жареные с рисом 140, яйцо жареный рис 100, шеваль жареный рис 120, смешивать жареный рис 140. Сереж, давай еще креветки жареные с рисом закажем. Подожди, я покажу ему. Значит, вот креветки с рисом за 140, у них сейчас креветок нет. Мы еще заказали курицу с рисом за 110. Да, у них просто наличия креветок нет. Перевелось? Дальше, куриный жареный, куриный винский рис 110, креветки жареные 140 с рисом, яйцо жареный рис, это просто жареный рис с яйцом, как с омлетом, 100. Смешивать жареный 140. Ну, в общем, здесь цены недорогие. Здесь кушают местные. Поэтому оно находится не на пляже, оно находится в центре Маджорда. От нашего отеля ТГФ Dream. 5 минут ходьбы. Да, 5 минут ходьбы. Это буквально вы идете, церковь проходите налево, и буквально тут сразу здесь, с левой стороны лапша. Увидите. Так, да. А мы это уже говорили. Мы с тобой заказали какая-то шевальская лапша за 120. Ну, охота попробовать, да, потому что у нас такой лапши нету. Охота попробовать, что это за лапша. Какая-то шевальская. Сеоарская. Шевальская лапша мы. Тебя вообще 130 показывает. Ай, вот, Сереж. Дальше, что тут есть еще по ценам? Цену показывай, Сереж, где пальчик. Ниже опускай. Ниже. Так, курица, если вы хотите одну курицу, 150, куриный массала 140, кидал куриный
кидальские куриные 150, курица тика масала 140, куриная пияза до пуца 140, креветки масала 180, метри курица 140, баранши курица 140. Дальше. Ну, это вообще ценник такой, я вам честно скажу, мы в 2017 году отдыхали в Марте, вот были на, в Маборе такие цены, а вот здесь почему-то таких, вот мы только единственное нашли. Так, далее, ротти 30 рублей, алу ротти, алу порота 40, плоский нан 30, масло нан 40, чеснок масло нан 50. Это лепешки вот с этими добавками. Например, лепешка с чесноком с маслом нан 50, лепешка с холодным чесноком 60, с сыром 60 и сыр чеснок 80. Кстати, мы вчера брали на пляже сыр чеснок, там она стоит 120 рублей, а здесь она стоит 80. Но это очень вкусно, там они настолько большие. Да, конечно. Когда нам разрезали на кусочки, кто видел предыдущее видео, да, где мы там лобстера брали, вот там как раз эта лепешка с сыром, с чесноком, очень вкусная, очень большая. Я думала, там две в одной, оказывается, одна такая большая. Безалкогольные напитки. Кто хочет здесь заказать безалкогольный напиток 20, 20 минеральная вода 20, кола-кола 20, пепси 20, это стакан. Что у нас, пицца? Пицца, да, пицца. Пицца выглядит. Ну тут вот в принципе даже есть фотографии, что как выглядит. Вот я Сережа снимаю сегодня у нас. О, за один день как загорел. Солнце, конечно, палящее. Загорел. Нет, хорошая погода. А, так, вегетарианская пицца есть, морская. Давай есть. Я почитаю. Да, креветки там. Да, я почитаю. Пожалуйста. Вдвоем люди плохо услышат. Маргарита, томат и сыр 300 рублей пицца. Пицца хаватина. Это помидор, сыр, ананас 350, век пицца, это томат, капсикум, гриб. И морская пицца, это входит креветки, келамарис, рыба, сыр 370. Ну, в принципе, тоже цена неплохая, с креветками, да, там, с рыб какой-то. Чикен, дальше, чикен, курица. Карри. Это у нас с переводчиком, конечно, хорошо, потому что не на всех есть переводчики. Куриный зеленый масала 140. Это что было такое? Да? Дальше куриные виндала 160 и креветки виндала 200. Что такое виндала? Тоже не знаю. Так, алло. Я знаю, что алога это тушеная картошка с капустой. Значит, здесь какие-то овощи. Овощи. Алагоби. Алугоби. Это картошка тушеная с капустой, но я вам сразу скажу, 100 рублей, но если будете заказывать, говорите на специи, мы взяли, это очень вкусно, но в принципе во рту может гореть минут 15-20, это перчик, но это вкусно, это стоит попробовать, это чисто ихнее блюдо. Далее пановое масло масала, это я не знаю, что такое, 130, гриб масала тоже 130. Век масала 110, панек тика масала 140, дайфей 70, это дайфей, это я не знаю, что такое, это чисто ихнее блюдо, ну вот из всего мы пробовали только алагоби, это очень вкусно, 100 рублей, я считаю, порция 100 рублей, это недорого. Что-то такое царят, чикен, курица тандор, 300 рублей, вот смотрите, мы вчера брали тоже курицу в тандуре, у нас вышла очень большая порция, двойная, там у нас вышла по 260 рублей, в общем, недорого. Мы взяли еще две порции, одну мы просто домой унесли, потому что это было нереально много. И курица на спашке 180, это как шашлык, да? Ну вот курица в тандуре очень вкусная, это они замачивают в каком-то маринаде, а потом именно в печь такая тандур, они там готовят, очень вкусно. Сезонные ставки. Помафа, масло, чеснок. А цена? Там нет цен. Нет. А, просто крепежные маслины, краб, омар заказать. А, ну понятно. Все? Ну, в общем, вот это кафе, кто здесь будет отдыхать, оно буквально в 5 минутах, да даже меньше, 2 минуты от отеля. Да, на вид, конечно, она такая, ну, не скажу, что прямо ас, но здесь готовят для местных, местные кушают. А где местные кушают, это всегда вкусно. Это всегда приготовлено с душой, аппетитно. В общем, сейчас мы посмотрим, что нам принесут. Сейчас вам покажу отзывы. Прямо туристы написали на стенках. Смотрите. Если вы попали сюда, то вам круто, повезло. Здесь лучшие повара и прекрасное обслуживание. Спасибо, папа и Кэ.
Санкт-Петербург. А, 19-й год. Еще здесь написано. Ты лучший повар Тапа. А, Тапа. Повара Тапа зовут. Спасибо за твою любовь к людям и за вкусную еду. В общем, это написали те люди, которые здесь были, прямо на стенках. Тапа, тут тоже ж какой-то отзыв на английском. Здесь написали: Тапа молодец, шашлыки с курицы просто класс. Ксюша Евгений из Екатеринбурга, 18-й год. Лепешки с сыром, чесноком очень вкусно, да, рекомендую всем попробовать, это просто вот, ну, нереально вкусно. Мы у нас в России никогда такое не пробовали. Тапа, ты лучший. Февраль, 19-й год. В общем, даже на стенах люди написали, что здесь очень вкусно готовят. Тапа, спасибо, все было супер, ты лучший. А все у нас уже приготовилось, что ли? Сейчас ему принесут уже. Вот этот, где у них корабль, там у них эта гора. Там они вот готовят, жарят. Ну, как бы у них сыр-то из этого корабля. Корабль один вот этот. Спасибо. Нам принесли тарелочки. Тарелочки, это... О, спасибо. Окей. Пересела напротив Сережи. Значит, это у нас вот то, что мы заказали, там какая-то лапша. Забыла слово. Вот, за 120 рублей. А это вот рис... с курицей. Как он? Посмотрим. Давай вот так подержу, вот так вот. Горячая, да, очень горячая, прямо тут сразу готовят. Порции, конечно. Да, тарелочка глубокая. Окей. А, соус, спасибо. И сразу рис накладываю я также. Горячая. У них, кстати, такой рис интересный, он продолговатый, похож как на лапшу. Вот смотрите. В общем, сейчас будем пробовать. Сереж, посмотри на меня. Я сделаю фото. Чиз. Ну как, вкусно? Остренько. В общем, посмотрите, какие большие порции. Вот я на тарелку положила, тарелка достаточно большого диаметра. Сережа, и у нас еще по пол порции, даже больше еще осталось. Скажу теплашка. Скажу вам. Честно. Остренько. Вот это лапша. Забыла, какое слово это, навальска? Нет, там надо будет посмотреть. Остренькая. Но вот это не остренькая. Ну, на любителя. Некоторые. Да, кстати, здесь или... очень вкусное пиво. Вот так оно выглядит. Кингфишер, оно вообще не горькое, не такое, вот даже я не люблю пиво там, которое горчит, это, конечно, очень вкусное пиво. Ну что, приятного аппетита, хотели лепешки заказать, но у них нету чесночка, надо идти на рынок, поэтому пока без лепешек. Ну, я думаю, этого даже достаточно покушать. Рис не острый. Да, рис не острый. А вот? Ну, это рис. Чисто ихнее блюдо, индийское. Нет, здравствуй, масала. Зато у тебя сейчас все... Все продифицируют специями. Здорово, да? Не, побывав в Индии, не попробовать их блюда тоже вкусно. Не дело. Так конечно, ведь? Вкусно. Надо обязательно пробовать. Но вообще ставят всегда кувшин с водой. Надо у них попросить всегда везде. Но тут как-то воды нету. Ну, у нас пиво есть, да. Пьем. Ну все, всем приятного аппетита. Особенно тебе. Что, горит все? Как так, а где как у дракона пар? Змей Горыныч. Не, в самом деле здорово. Ну, реально. Ну, вкусно. Вкусно. Ну все, давайте, мы с вами будем прощаться. И хотим вам пожелать того, чтобы, находясь в ГА, нужно все-таки не бояться заходить в местное кафе, пробовать ихнюю пищу, вкусно. Потому что здесь она самая-самая вкусная. Помаши всем пока. Кафе называется Тапа. Очень вкусно готовят.